В Одесі закінчився опалювальний сезон. У мерії повідомили, що одесити просили перекривати тепло в домівках через сприятливу погоду на вулиці. Температура повітря в день вже не менше 14-15 градусів, тому продовжувати опалювати квартири, вважають у профільному департаменті, немає сенсу. Достатньо багато обращение одесситов о том, что уже надо заканчивать отопительный сезон, но мы дождались существенного это поднятия температуры. С завтрашнего дня в Одессе будет наблюдаться температура воздуха днем не менее 14-15 градусов и в дальнейшем это повышением. То есть суточная температура будет не меньше 8 градусов. Это более чем достаточно, чтобы закончить отопительный сезон.